зачем пошел в зону? Здесь же опасно. Здесь Карли второй тебя убить хочет. Старик, у меня вынудили обстоятельства по жизни. Я кое-кому задолжал, мне нужны деньги. Поэтому я сюда пришел. Ну и вообще, это не твое дело. Я вообще-то тебе жизнь спас. Ну, спасибо. А где мои вещи, кстати? Да вон, лежат в том ящике. Я понял, тебе нужно идти. Ну ладно. Идем за мной. Бери вещи и за мной. Ну, я пойду тогда. Спасибо, что спас меня. Не забуду, старик. Да ничего. Вот только... Я вижу, ты без оружия. Только один нож. Но... Ты ничего не сделаешь. У меня тут есть пистолет один, я тебе отдам. Он мне уже, наверное, не пригодится. Будь осторожен. Удачи тебе. И тебе, старик. Давай. Оба, пошла жара! А! Это, говорят, зона расслышал. Серого замочили. Валим, придурка! А! Пацанов валят! Ай, бля! Хана тебе, урод! А! Ну, сталкер, спасибо, что спас. Я бы сейчас точно какой-то отбросил. Этот придурок меня завалить хотел. Да ладно. Ну, что ты хочешь, чтобы взамен? Просто денег у меня нету, понимаешь? Слушай, а ты не мог бы мне отвезти к лагерю новичков? О, да, конечно, я оттуда. Пойдем за мной, тут недалеко. Спасибо.